За 32 года работы пищеблок ни разу не ремонтировали. В этом году его не только обновят косметически, но установят современное оборудование. Конечно, качество приготовления лучше стало. Естественно, очень хорошие шкафы, в которых выпечка идет, котлеты готовят. Ну, то есть все это новое оборудование очень быстро, хорошо, качественно. Поэтому, конечно, изменилось и качество продукции. Одна из задач программы – максимальное обеспечение учащихся горячим питанием. Ученики 48-й школы говорят, что после ремонта пищеблока завтракают и обедают здесь с удовольствием. Столовые кормят отлично, мне все нравится, пирожки вкусные, все горячее дают. Много всего, макароны, как бы пюре, котлеты, как бы все вкусно. Выбор очень большой, каждый день свежее там. В этом году на ремонт столовых и полную замену оборудования в 7 школах из бюджета Твери выделено порядка 17 миллионов рублей. В следующем году эта программа будет продолжена. Эти цели в проекте бюджета записано 4,5 миллиона рублей. Надеемся, что эти средства будут выделены. Ну а посмотрим еще от доходной части бюджета, если будет возможно, она и, возможно, будет увеличена. Всего с 2010 года модернизированы 33 пищеблока. Ремонт затронул более половины школ Твери. Дальнейшая реализация программы приведет в порядок все школьные столовые.